«Летнее утро весны и мира». Кантата для детского хора и симфонического оркестра. Слова Цезаря Солодаря. Сочинение 57. Вы слышите голос детей. Доброе утро. Наша весна. И нам нужен мир. Исполняют детский хор «Весна». Художественный руководитель хора, заслуженный артист РСФСР Александр Пономарев. И академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Дирижер Дмитрий Китаенко. Thank you.
нас три песни с первых школьных годов на слова Евгения Долматовского. Называется не только «Мальчишки», она посвящена памяти юной героини, пионерки Ларисы Михеенко, которая погибла в 13-летнем возрасте, когда ее заметили, что она во время войны в оккупированном нацистами селе связана с партизанами, ее повели на допрос в гестапо, она знала,
что так делают взрослые герои. Она спрятала гранату в рукав и хотела бросить гранату, погибнут, но на этой гранате она думала, подорвутся и гестаповцы. Она бросила гранату, она не взорвалась, и ее замучили и убили. Вот такая юная героиня. Ребята, знакомь твой портрет.
Ольги Высоцкой счастье.